прямому ефірі програму «Ракурс». В студії працює Олег Ендриксон. Пасхальні свята пройшли, тому саме час переключитися з режиму набору калорій на їх спалення. Протягом наступної години поговоримо про спорт. Активний і не дуже. Першими нашими гостями будуть Володимир Коржак, заслужений тренер України, засновник ПБК «Барс» та діючий спортсмен, зірка цього виду спорту, чемпіон світу та Європи серед професіоналів, наш земляк Сергій Демчук. Панове, доброго вечора. Доброго вечора. Поговоримо взагалі про популярність кікбоксингу, наскільки він популярний в Кривому Розі в Україні, зокрема. Будь ласка. Кікбоксинг дуже популярний вид спорту. На Україні займається, условно скажем, порядка 20 тысяч, если не более, спортсменов. А в нашем городе, в нашем клубе, спортивном клубе «Бар» занимается более 400 спортсменов. Ну и существует еще много других секций по городу, которые также развивают кикбоксинг. Судя по количеству людей, он, конечно, популярный. В перспективе этот вид спорта уже подан на Олимпийский комитет. Олимпийский комитет рассматривает его как в будущем олимпийский вид спорта. Сергій, останнім часом ти живеш в Європі, в Нідерландах. Згадай, як тебе туди привела спортивна доля? Як привела? Тренер предложил поехать на сбори, на тренировочные, на 3 недели. Туда приехали, тренировались, и тренер Майк Пассаньєрі заметил и предложил остаться. Я приехал на Украину, провел свой последний бой по смешанным единоборствам, в это время выступал. И на вырученный гонорар поехал, сделал визу и отправился в Европу. В общем, там остался. И вот до сих пор нахожусь в клубе Майк Джим, тренируюсь, выступаю в организации Глори. Вот так меня привела туда судьба. А взагалі, чому саме такий вид спорту? Задля чого займаються люди? Це самооборона, це просто, щоб якісь нагороди здобувати? Що саме, на вашу думку? Все індивідуально. Кожен приходить спочатку спробувати для себе, а потім, якщо йому це подобається, він чуть більше углубляється в цей вид спорту, і вже йде спортивний інтерес, це стремлення к наградам, побідам. Соответственно, в дальнейшем это, возможно, профессиональная карьера, зарабатывание денег и путешествия по миру. Какие были твои первые кроки? Мои были в детстве, то есть после просмотра фильмов с Ван Даммом, с Брюсом Ли, Джеки Чаном, просто такой, скажем, интерес был к этому спорту, и я очень рано пришел в этот сфер спорта. Вот так. Пане Володимире, вы чему обрали такий спортивний шлях? Спортивний шлях? Ну, я думаю, що цей вид спорту, як і боксинг, так і всі види бойових іскусств на определеному етапі в нашій країні були запрещені. А коли запрещені, тоді вони рождають інтерес познання цього виду спорту. І от, запретний плод, він завжди сладен. І тому багато дітей начали займатися цим спортом ще до того, як він став легітимним в нашій країні і взагалі на території постсовєтського пространства. Як тільки він став легітимним, багато дітей прийшло в цей вид спорту. Ну, я також прийшов в цей вид спорту і розвиваю його до сьогоднішнього дня. Создали клуб, спортивний клуб «Барс», і розвиваємо цей вид спорту. І не тільки цей. В нашому клубі дуже багато видів спорту. Более 25 тренеров, я еще хочу повториться, более 400 детей в нашем клубе. Масштабные цифры тоже. Да, занимаются этим видом спорта. Этим видом спорта тайским боксом, кикбоксингом, ММА, боевым самбо, самбо, дзюдо. Много видов спорта в нашем клубе. У нас Криворожская федерация боевых искусств, которая объединяет различные направления и дает ребенку, который приходит к нам в клуб, гармоничное развитие. В зависимости от его способностей, от его интересов. Ну и мы стараемся, как тренерская команда большая у нас, раскрыть эти юные таланты. И постоянно работаем с этими детьми. Доводим их до высших вершин спорта. Успішно виховувати чемпіонів і навіть зірок. Сергій, коли тебе називають зіркою, що ти відчуваєш? Чи відчуваєш себе взагалі зіркою? Ну, взагалі-то я не приймаю сильно близько ці слова. І не роблю акцент на них, відповідно. Угу. А взагалі, Володимире, чи багато у нас таких перспективних хлопців, яким під силу повторити шлях Сергія Демчука?
У нас є такі можна поіменно навіть. Що? Можна поіменно навіть когось назвати. У нас спортсмени, чемпіони міра серед професіоналів. Якщо говорити про професіоналів, у нас такий відомий спортсмен, є і Олексій Гончар. Он как бы был такой 6-й в мировом рейтинге, чемпион мира среди профессионалов, неоднократный чемпион. Ростислав Хворост. Ну вот звезда такого плана, как Сергей Адамчук, ну это, как скажем, единственный такой самородок, так, единственный такой талант. Который... Ревняются на него вихованці? Ну, конечно. Он для них сейчас всех, вот такие маленькие спортсмены, они все, у них кумир Сергей Адамчук. Он приезжает, они его ждут, он когда приезжает, постоянно приходит в клуб, приводит им подарки, там футболки, майки, и они как бы в его окружении. И задают им вопросы, и общаются с ним. И он, конечно, тоже видит в них свое продолжение. И много детей в нашем зале, ну, также хотят строить свой жизненный путь по аналогу, который построил Сергей Адамчук. Ну, к этому стремятся, предлагают максимум усилий. Когда к нам приезжал мировой промотор Майк Джим, руководитель клуба, в котором тренируется Сережа, он отобрал с нашей организации более 8 спортсменов, таких перспективных спортсменов. Ну вот, дело времени еще, они еще юные, но придет время, и они будут говорить, ну, о нашем клубе и о клубе, в котором они там тренируются. Ну, что очень, ну, интересно, что Сергей имеет пояс, который на Украине никто не имеет. Это единственный пояс. Хорошо проходить. Да, он единственный пояс Глория и промоторская компания Глори. И Сережа завоевал этот пояс, как бы... Мы можем этим, ну, как бы гордиться, что этот пояс находится именно в Крайнем Розі и в спортивном клубе «Барс». И по своему досвиду знаю, что кожен бажаючий міг з ним сфотографуватися. Да, и все фотографировались, и все приходили, и приезжали, и приезжают с других городов, фотографируются другие спортсмены. Ну, как бы... Сергій, зазвичай, що питають діти, коли тебе бачать, коли ти з ними саме бачишся, тренуєшся, фотографуєшся? Які питання найбільш популярні? Ну, это сфотографироваться, ну, пожали руку друг другу и пошли заниматься дальше своими делами. Я тренируюсь, они тоже смотрят со стороны. Это приятно? Ну, конечно, и мне приятно, и им, я думаю, приятно. Спасибі. Міністерство молоді та спорту підбило підсумки виступу українських спортсменів на міжнародній арені. У топі опинився і наш сьогоднішній співрозмовник Сергій Демчук. Дивимося сюжет Ігоря Кононенка. Міністерство молоді та спорту підбило підсумки виступу українських спортсменів на міжнародній арені у минулому році і нагородило найкращих. Серед них і наш земляк, вихованець професійно-бійцівського клубу «Барс» Олексій Сердюк. Він переміг у номінації «Кращий спортсмен серед неолімпійських видів спорту». Такий титул криворіжець здобув завдяки золотому дублю на чемпіонаті Європи і світу з кікбоксингу у розділі К1. Ми з нашим спортивним колективом йшли к этому, щоб я би отримав вот эту награду. Ну, а цели в этом году – это Кубок мира в Венгрии, который будет проходить, и чемпионат Европы в Бразилии. Ще один вихованець Володимира Коржака, Сергій Адамчук, виступав у відбіркових змаганнях на право участі битися за світовий чемпіонський пояс серед професіоналів за версією промоушен компанія «Глорія». Наш кікбоксер впевнено здолав у першому поєдинку бараканця, а ось у другому спарингу з тайцем вийшла несподівана осічка. Все дело установки тренера, все для победы и желания, в общем, был настроен хорошо, ну так... Получилось, не закончил досрочно, не нокаутировал соперника, я ставил решение для судей. И они посовещались и вынесли не в мою пользу решение. Чуть, конечно, расстроен, буду ждать следующего своего шанса. Зараз спортсмен очікує на рішення поліційної комісії, адже у тренерського штабу є претензії до суддів у ринзі. Що ж до справ національної збірної з кікбоксингу, то на неї чекає навчально-тренувальний збір. Він пройде з 18 квітня на базі «Барсу». Кістяк команди виступатиме на Всесвітніх іграх, які пройдуть у липні в Польщі. Сергій, наскільки важливе для тебе визнання у вигляді нагород, поясів, статуеток? Ти казав, що заради цього йдуть багато хто. Спорт. На данный момент мне интересен сам вид спорта, развитие в техническом плане и насколько я могу, каков мой предел в этом виде спорта. То есть я сейчас на данный момент развиваюсь как спортсмен, не за грамот, не за медали. У нас уже чуть профессионалов другие награды, это финансовая составляющая. Соответственно, на данный момент я работаю на свое имя, на свою фамилию. Скажи, останній результат був
не дуже добрий, такий прикрий. Які перспективи? Я знаю, була апеляція. Да, я не знаю. Уже прошло больше месяца после боя. Как что там решили? Нужно ждать следующего шанса. Я думаю, скоро он будет. Ну, я... Поначалу, да, я был огорчен, конечно, там день-два. Там, а потом сделал небольшие выводы для себя. Такой небольшой урок, да. Який самый? То есть нужно доводить дело до конца. То есть финишировать соперников. Есть над чем стремиться, знаете, нет предела. И, соответственно... Будемо над этим работати. Тобто не давати шансу навіть суддям обікрати? Да, на три голови бути вище, навіть якщо суперник топовий, хороший, скажімо, не з вулиці прийшов в ринг, да, а теж тренується, теж у нього є желання, і з дитинства він займається, тобто навіть бути вище цього, і все-таки добратися до титульної гонки і привезти обратно пояс домой. А чи немає такої жаги саме реваншуватися з тим суперником, який, ну, судді вважають, що він був сильнішим? Реванш? Ну, у мене були два крайніх бої, теж дуже спорні, так що свого роду у мене должок є перед трьома людьми в цьому виді спорту на даний момент. А борги момент. Ти звик віддавати? Ну, звісно. У боксі багатьох боксерів ведуть протягом всієї кар'єри, там зберігають нулик у графі там поразки. Наскільки для тебе це було важливо, щоб він був? Ну, чи взагалі ти на це не звертаєш уваги протягом всієї кар'єри? Чесно, у мене були і побіди, і пораження. Я особо не горю тепер, у мене нету там... Ну, коли одиничка запалилася, не було якихось прикрих емоцій? Та, ну, зажилася ще й по любителям, так що нічого страшного. По профікам, не було такого. А по профікам? Ну, тоже загоралась. Я тоже выступал по смешанным единоборствам, пока не влился в эти виды спорта, да, для себя новые. Пришлось пару поражений пронести, ну, как-то так скажем, да. И в майк-джиме, да, я пришел, и нам не давали, там, сказать, проходных боев, вот мне, приезжему, да. У меня был шанс спустя полгода с топовым бойцом из Глори, и мы сразу заглазились, там это было буквально... За день до боя сказали, там соперник выбыл с какими-то причинами, то ли здоровья, то ли какие-то причины. Тогда я согнал 4 килограмма и поехал на взвешивание в Париж, да, мы поехали. И, в общем, на следующий день я боксировал, и так сложились звезды, я одержал победу, то есть все окупилась моя трудоспособность. И дальше мы пошли, попали за гонку за титул. И, в общем, было отлично все. Две защиты пояса, потом небольшой спорный бой, где я уступил свой пояс, да, и потом вот в этой гонке четверки до финала я дошел, и, соответственно, тоже не в мою пользу сложились обстоятельства, но ничего страшного. Ми все попереду. Володимире, Сергій поїхав підкорювати Європу, підкорив. Чи реально в нас створити таку промоутерську компанію, щоб до нас їхали робити собі ім'я у профі, саме місцевими талантами, щоб опікувалися, щоб засвітилися наші хлопці? Професіональні компанії і професіональні взагалі промоутерські компанії по всій території України, вони якби знаходяться в великому дефіциті зараз. Це зв'язано прежде всего с финансированием, большим финансированием и людьми, которые готовы пожертвовать этими средствами для того, чтобы развивался этот спорт, вкладывать в этот спорт и на этом спорте зарабатывать. Как бы хотелось бы, чтобы на территории нашего государства были бы такие компании, и мы планировали в перспективе, но пока мы еще не имеем таких возможностей, таких средств, чтобы открыть такую компанию. Но мы живем этими планами, пытаемся открыть и привлекать детей, к участию в этих соревнованиях, в этих рейтинговых боях, профессиональных боях, титульных боях и как бы давать им возможность зарабатывать средства, чтобы как за границей все спортсмены, которые участвуют в соревнованиях, они получают за это заработную плату. Даже вот там, где Сережа, в том клубе, там нету такого понятия, как любительские, ну, на территории имеется в виду этого государства Голландии, нету такого понятия, как любительские клубы. Они все выступают на соревнованиях и зарабатывают деньги. И также мы тоже планируем, ну, планы наши, учитывая сложившуюся ситуацию в нашем государстве. Я не знаю, когда они реализуются, но у нас есть такая надежда создать такие... Будем оптимистами. Да, мы будем оптимистами и думаем о том, чтобы
Ну, говорю, надо такие люди, вот на основе аналога, который существует в Майк Джиме, там люди очень богатые, вложили капитал, создали, взяли помещение, насытили его, пригласили туда лучших спортсменов мира, и все спортсмены принимают участие, они им организуют бои по всему миру, соответственно, получают гонорары. Но это дело времени, одним словом. Ну, нікуди не дінешся від фінансової складової про фінансування спортивної галузі. Загалом наступний коментар. Сегодня, к сожалению, многие государственные программы по поддержке спорта свернуты. И, как мы видим, если взять более конкретно, да, мы в институте физкультуры были, разговаривали с тренерами, вот, то сегодня избирательно даже финансируются те виды олимпийского спорта, которые сегодня есть. У нас в городе достаточно много вышло спортсменов, которые являются как призерами, так и чемпионами. Поэтому, конечно же, мы и сами поддерживаем многие виды спорта по возможности. Почему? Потому что сегодня, к сожалению, в той ситуации, когда страна находится в тяжелой ситуации финансовой, мы понимаем о том, что на соревнования, когда люди выезжают, то фактически это за все платят либо родители, либо сами спортсмены. Поэтому, конечно же, здесь нет поддержки в том плане, что согласно бюджетному кодексу не могут так выделяться деньги. Здесь вступает уже спонсорство. Володимире, спорт потребує фінансів, вже трошки сказали. На якому рівні фінансування взагалі з боку держави, наприклад? Ну, ваша точка зору. Я думаю, депутат Верховного Совета, він дав чітке определення, що спорт фінансується либо родителями, либо самими спортсменами і спонсорами. Ну, спорт в нашій країні как бы финансируется, скажем, Министерством по делам молодежи и спорта. В нашем клубе есть спортсмены, которые там чемпионы мира, получают стипендии, определенные стипендии. И, а так, чтобы системное финансирование, там, премирование, ну, как бы такого сейчас пока особо нет. Спорт денег не дает, спорт только требует вложения, потому как дети не могут зарабатывать деньги, поэтому они требуют вложения. І якби ми постійно спитуємо дефіцит средств. А який вихід? Це напряму все пов'язано з економічною ситуацією, з тою ситуацією, в якій Україна? Ні, ну я думаю, вихід який? Ну, це потрібно на законодательному рівні прийняти якісь рішення, щоб фінансувати спортсменів, які є талантливими спортсменами, перспективними спортсменами, знаходити средства і створювати програми фінансування, щоб діти розвивалися і приносили славу як нашому городу, так і всій країні нашій. Все ж не фінансово єдиними. Скажіть, існує таке твердження, що в спорті головна запорука успіху – це працелюбність, мовляв, таланта. Умовно кажучи, 30%, а працелюбність – 70%. Сергій, наскільки ти погоджуєшся? Так, 100%. Трудолюбие большую роль грає. Я как-то говорил уже на передаче, талант словно фейерверк. На мгновение вспыхивает и потом гаснет. Трудолюбие иногда бьет талант. Если талант тяжело не тренируется, я когда-то уже говорил это, так и есть. Ты багатьох знаешь талантів, які дуже класні перспективи подавали, але потім не склалося? Да, были ребята очень талантливые, но, возможно, не было дисциплины, либо какие-то еще у них были жизненные сложности, которые сходили с дистанции, а те, которые шли-шли трудолюбием своим, добивались поставленных целей. Да, знаю таких ребят, конечно, талантливых, но... Володимир, а який ваш рецепт успеху? Талант, працелюбність, да, у якій да, пропорції? Я думаю, це хороше качество і талант, і працелюбність, і трудолюбие. І я думаю, що коли це все в місті, це є результат. Ну, скажем, діти талантливі, вони швидко достигают поставленные цели и потом ищут себе применение в других видах спорта. Или... А есть дети трудолюбивые, которые постоянно работают, 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 достигают определенных результатов. Ну, когда и талант, и трудолюбие, конечно, это большой результат. Спорт – это очень большое трудолюбие, это очень большой труд. И... Помноженный на талант. Да, помноженный на талант. Потому как, ну и, скажем, трудолюбием тоже достигають великих успіхів. Велике вам спасибі за розмову. Перемог вам на тренерському та бійцівському шляхах. За декілька хвилин ми повернемося до студії, де поговоримо про знайомий кожному ще з дитинства вид спорту. Дочекайтеся.
Спортивний ракурс продовжує пряме ефірне мовлення. У другій частині програми говоримо про шашки. Про них знають все наші співрозмовники. Юрій Анікеєв, міжнародний гросмейстер, заслужений майстер спорту України, чемпіон світу та Європи, та Валерій Махневич, заступник голови міської федерації шашок. Доброго вечора, шановні. Юрій, ви родом з Харківської області. Як опинилися сьогодні в Кривому Розі? Завтра у Кривому Розі відбудеться сеанс одночасної гри з шашок. Як ми до нього дійшли? Минулого року відбувався чемпіонат України у Дніпропетровську, і там ми спілкувалися з президентом місцевої федерації Криворізької Олегом Патланем, і так от домовились, що проведемо сеанс одночасної гри у цьому році. І Олег, він продовжив, підготовився, і тобто я відгукнувся на цю пропозицію і от приїхав вже і тут. Незважаючи на дороги і погоду, так? Так. Здається, в дитинстві кожен з нас грав в шашки. Коли ви зрозуміли, що шашки для вас – це професія, по суті? Ну, з дитинства мій батько, він полюбляє інтелектуальні види спорту, шахи та шашки. І він от і мене, і сестру навчив грати. І, тобто, я з дитинства вмів грати, але коли пішов до свого першого тренера, це, ну, по-сучасному, це, ну, пізно, так, у 10 років. От з цього часу вже почав серйозно займатися, і тренер перший, він от показав усю красу гри, і після цього така любов, вона, ну, досі є, тобто це як на все життя до гри. Яким був ваш шлях? Коли полюбили гру? Ну, це було так давно, 55 років назад. Я сколько себя помню, в 4-летнем возрасте я начал играть в шашки. И у меня была цель обыграть своего отца. Что мне удалось в результате больших тренировок, прочтения книги Исаака Купермана «На черных диагоналях». И только в 10-летнем возрасте я одержал над ним такую желанную победу. И с этих пор, буквально на следующий год, я стал чемпионом школы, среди всех возрастных групп. Ну, шашки – это любовь на всю жизнь. И продолжаем заниматься до сих пор. Юрій, Валерій, от кажуть, футбол – спорт номер один. Наскільки популярен такий вид спорту, як шашки? Популярний. Ну, шашки, як гра, вона відома усім. Тобто, вона дуже доступна. І там не треба там якісь там дорогих пристроїв, тобто дошка, є шашки, дуже дешево і можна грати. Тому, ну, правила знають всі, але професійних спортсменів не так багато. Люди от часто плутають, що вони вміють, вивчили правила, та те, коли, ну, людина вміє грати, тобто там стратегію розуміє, тактику, тобто це різні речі. А коли оця межа з'являється між професіоналами та просто любителями? Коли людина почне виступати на змаганнях офіційних, чи коли? Ну так, от коли вперше виступаєш на змаганнях, то от розумієш, що там треба готуватися, там вчити там теорію, там вирішувати там комбінації, і тоді. А так до цього це як от такий любительський рівень. Валерія, у нас в Кривому Розі шашки люблять? Да, у нас очень был развит этот вид спорта. Я могу перечислять долго плеяду ведущих игроков. Наш город знаменит. У нас двукратный чемпион Союза проживал Борис Арминакович Симонян. У нас был первый мастер спорта СССР по шашечной композиции Кетлер. У нас очень развиты шашки в рабочей среде. Еще шашки называют народным видом спорта, поскольку, вот как Юрий сказал, не надо больших финансовых затрат. Единственное, можно потратиться на литературу. Ну и сейчас с развитием интернета можно черпать знания из сайтов, смотреть периодику. В отличие от предыдущего вида спорта, который вы представляли, шашки – это спорт интеллектуалов. А интеллектуалы сейчас в цене и запрошены. Поэтому шахматы, шашки
как говорил Эммануил Ласкер, шашки – это мать шахмат и достойная мать, будут развиваться. Вот, например, сейчас в Крымском Роге мы возродили игры «Чудо-шашки» среди школьных команд. Охвачено 7 районов. Лицей 123 занял в этом году первое место. 6 мая на улице Почтовой в открытом клубе наша федерация удостоена проводить областные соревнования «Чудо-шашки». Мы ожидаем команды из Днепра, Маранца, Желтых вод, Каменского. Наш город, на пристойном уровне, так? Да, наш город будет представлять 3 команды. Так что 6 мая, пожалуйста, на улице Почтовой я приглашаю всех родителей. Берите своих детей, приходите, поболейте за нашу подрастающую молодежь. Ну и завтрашняя встреча. Вот Юрий согласился дать сеанс одновременной игры. Тоже направлено на популяризацию нашего вида спорта. В 12 часов в нашем колледже автодорожном в зале библиотеки будет проведен сеанс с международным гроссмейстером, чемпионом мира. Не всегда удается сыграть даже нашим ведущим игрокам на таком уровне. Так що невеличкий анонс, приходьте, будь ласка. Да, приходьте, будь ласка. У нас вже говорили в цій студії про планшети, про інтернет. Наскільки це допомагає виду спорту? Чи взагалі навпаки дітей не відірвати від інтернету, від клавіатури? Ну, звичайно, на наш вік інтернету, він, ну, такі види спорту, як шашки, шахи, вони підходять, бо... Ну, дуже просто, там, не треба навіть у клуб іти, там, відкрив комп'ютер, сайт, і можна з кимось грати. Також для тренування комп'ютер допомагає. І ще трошки от, тему продовжити про інтелектуальні види. От, у 2008 році була заснована така всесвітня організація IMSA, яка, до якої входять шашки, шахи, го, така азійська гра, і бридж. І от після, звичайно, Олімпіади, там потім Паралімпійські ігри були, пройшли перші всесвітні інтелектуальні ігри. Потім у 2012-му другі пройшли, треті, на жаль, не відбулися, але от це спроба об'єднати усі інтелектуальні види спорту і, ну, якусь таку паралель проводити з фізичними. Бо, ну, до тієї Олімпіади вони не можуть потрапити, а от якось окремо розвиватися можуть. І тому, звичайно, от у наш час інтернету, ну, це дуже такі підходящі види, які можуть лише розвиватися і далі. Юрій, а навіть у шашках є підводні течії, ви розумієте, про що я? Не так давно в ЗМІ ширилася інформація про вашу дискваліфікацію, пролийте світло на цю ситуацію. Так, є така подія. Ну, є декілька федерацій у світі, є Всесвітня ФМЖД федерація, є ще одна федерація, вона, ну, її керівництво, воно російське, і от вони чомусь мене дискваліфікували, там дуже така незрозуміла історія, бо вони навіть не оприлюднили таких доказів, не привели нічого. Ну і зараз от ми подали позов до суду у Швейцарії, до Лозани. І от розбираємося там, хто правий, хто ні. А чим аргументували оцю дискваліфікацію? Та от в тому то річ, що нічим. От якби вони щось там приводили, то це було більш розуміло. А так от все таке розмито. Тому от будемо виясняти. На такому рівні. А наскільки часто взагалі от у такому спокійному виді як шашки є такі прецеденти, дискваліфікації? Не скажу, скандали не скандали, але такі, що виходять за рамки з вашого багатого досвіду? Ну, от саме таких, як в мене, не було взагалі. Тут це такий перший, мабуть, навіть не лише у шашках, а взагалі от у інтелектуальних видах спорту. Тому це така абсурдна ситуація склалася. Які перспективи у вас,
у цьому питанні? У цьому, ну, от суд покаже, якщо все там, тому вгадаю, що є перспективи відстояти таке право. Таке більш загальне питання, яких рис потребують шашки? Ну, во-первых, надо обладать обширными знаниями. Как вы сказали, все думают, что выучил правила и уже, так сказать, на коне. Но чтобы постичь всю глубину игры, недаром интеллектуальные виды спорта называют играми разума. Поэтому необходимо иметь очень большой багаж знаний, дебютной теории, окончания. И самое главное, очень быстро мыслить. Поскольку соревнования по шашкам всегда проводятся с часами. Каждому игроку по регламенту дается определенное количество времени на определенное количество ходов. Если некоторые думают, что можно сидеть с утра до вечера думать, ну, в таких случаях надо играть шашки по переписке. Там можно турниры играть год и два. И так играть також. Да. А здесь, когда встречаешься лицом к лицу с соперником, ты должен проявить все свои лучшие качества. Ну и будем так говорить. Кто бы лучше тренирован, у кого быстрее развито мышление, принятие решений, интуиция, тот и побеждает. Недаром шашки называют видом спорта, а еще и искусством. Первая книга называлась «Искусство обыгрывать всех в русские шашки». Издал ее Петров еще в 1863 году. Вот. Отсюда все, собственно говоря, и началось. Юрій, у вас просто шалений список регалій. Є такі цілі, які ще не досягли? Ну, звичайно, є. Я був чемпіоном світу з 64 клітинних шашок, є також 100-кліткові. От, ну, у нас от, в Україні більш розвинуті на малій дошці шашки. Ну, тобто всі ті шашки, які там, з дитинства ми вміємо грати. А є більша доска, 10 на 10, вони ще там міжнародні шашки називаються. Там я був лише чемпіоном світу зі швидких шашок, тобто така скорочена програма. От з класичним контролем там, на вищий результат в мене було 4-те місце на чемпіонаті світу. А чому так? Чому успіхи трохи менші, ніж 64? Ну, більш важче грати, бо конкуренція вища там практично. Тобто у ті шашки це більше там Росія грає, такі країни, ну, близькі до нас, там Білорусь. А там і Західна Європа, там африканці грають, там Азія, Америка, ну і сама гра трошки важча, там більше вона, от 64, там можна прорахувати більше, там залежить від знань, можна підготуватися, а тут як повноцінний спорт, тобто неможливо там вивчити, підготуватися повністю, треба бути готовим, ну, імпровізувати. До всього, так, імпровізувати, ну як у звичайному спорті, тобто виходиш і от за дошкою там вирішувати, хто там краще. Шашки розвивають інтелект, не секрет, і говорили про це. Де ще може себе проявити людина, яка займається шашками? У яких ще галузях? Обом питання, будь ласка. Ну, наприклад, в програмуванні. Мало хто знає, але коли перші програмісти готували для комп'ютерних систем програми, то за основу були взяті шашки, а потім вже шахмати. Ну, а потом уже все остальное. Поэтому для людей, занимающихся интеллектуальной деятельностью, это является большим подспорьем в их профессиональной деятельности. И позволяет им составлять всевозможные программы. Вот, как сказал Юрий, сейчас можно зайти на любой сайт, я имею в виду шашечный, выбрать себе программу и попытаться с ней сразиться. Там даже уровень выставляется международного гроссмейстера, там, начинающего, разрядника, там, кандидата, мастера. Вот, и проверить свои интеллектуальные возможности. У нас буквально одна хвилина. Юрій, додасте щось?
Ну, як казав мій тренер, людина, яка займалася от шашками, вона у житті потім ну, не розгубиться. Тобто, ну, важко знайти тих людей, які от, там, дійшли там, кандидату та майстру, і вони потім там якось погано скінчили. Там. Тобто, вони мають голову, тому там, з дитинства привчилися планувати, готуватися, там, і ці люди потім знаходять своє місце у житті і поза шашками. Чи, у чому ви ще талановиті, скажіть, будь ласка? Ну, я сконцентрований на лише професійній діяльності, не можу сказати. Спасибі вам за розмову, перемог вам на всіх поприщах. До побачення. Після 5 хвилин паузи ми додамо нашому ефіру трохи екстриму та швидкості. Дочекайтеся. Програма «Ракурс» зробила крутий віраж, але все під контролем, тому що наш наступний співрозмовник – профі своєї справи. Вітаю у студії Віталія Бондаря, керівника групи «Каскадерів Торнадо», призера чемпіонату світу з трюкового мистецтва та кіно, майстра спорту і просто хорошу людину. І перш ніж ми розпочнемо розмову, пропоную подивитися сюжет Дар'ї Ворони. Я чувствую, что у вас вопросы пропали ко мне пока. Ложимся. Вот так вот. А Гриза, это была езда чи полеты? Ну, для нас это как обычная норма жизни, а для вас, я не знаю, вы оцените как-то сами, что это для вас было. Автомобиль не зовсім звичайний. Пройшов він вогонь, воду та мідні труби. Його облюбували об'єктиви камер з усього світу. І неспроста. Кермує каром знаний майстер. Перерахуємо його титули, може самі здогадаєтесь, хто це. Переможець всесоюзних та республіканських змагань з мотокросу. Срібний призер 8-ї спартакіади народів СРСР. Чемпіон України з автозмагань гонки на виживання. Трикратний рекордсмен книги «Незвичайні рекорди України». Призер чемпіонату світу з трюкового мистецтва та кіно. І це ще не все. Але ви праві. За кермом Віталій Бондар. Криворізька зірка каскадерства, гонок, мотокросу. Для того, чтобы создать такую программу и собрать коллектив, то понятно, что кто-то же с этих ребят чем-то занимался и что-то уже умел. Поэтому это начиналось с мотокросса. Є на рахунку Віталія унікальна акція – марафон до 50-річчя перемоги. Тоді, у 1995 році, спортсмен проїхав дистанцію 2025 кілометрів, стоячи на мотоциклі і не торкаючись керма. У руках він тримав прапор України. А шлях проліг через Україну, Польщу, Німеччину, Францію та Велику Британію. Віталій пишається своєю командою. Говорить, що роки спільної роботи не були марними. Зараз особливо й тренуватись не треба, щоб виступити перед публікою. Аби ще раз показати, на що здатні, хлопці просто зібрались в одному місці. Кілька настанов Віталія і по конях. Та за цією легкістю титанічна праця. Торнадівці чи не єдиний каскадерський колектив, де немає жодного випадку смертельного травмування. Самі хлопці вважають це заслугою наставника. Віталія Бондаря. Віталій, звідки така тяга до екстриму, до швидкості? Просто скажені кадри. Ну, во-первых, здравствуйте, доброго вечера. Я вам хочу сказать, что у каждого у нас в душе мы сами спортсмены. Просто что не каждый может развивать эти способности и довести ну, свое мастерство до такого уровня, чтобы, знаете, как быть на вершине. Вот. И потом же после этого передавать же этот опыт и молодым ребятам. Поэтому я думаю, что избрал правильное направление в своей жизни. А когда выбрали? Когда? Ну, во-первых, что я занимался сначала боксом, когда учился в Кировграде. После этого ну, произошло так, что погиб тренер, убили его, вернее. Вот, и после этого я вернулся в Кривой Рог. Вот, и хотел же продолжать дальше заниматься боксом, но не дошел до секции бокса. Это на Богатыре было. Возле стадиона там находилась секция мотокросса. Вот, и я как раз там проходил мимо, увидел этих ребятишек, да, и загорелся этим делом, потому что все-таки мотоцикл я водил. Вот, и уже как бы задержался там. И переквалифицировал свое направление уже в мотокросс. Какие вот такие найпам'ятніші моменты спортивной биографии загадаете? Ой, да их столько этих моментов было так много, что во всяком случае перечислять их будет много, но один из таких моментов я могу сказать, что когда был чемпионат Украины в Жданове, я сейчас не знаю, как Мариуполь или как он называется, город этот, но в то время Жданов был, то
У меня было два падения. Вот, и в итоге я все равно выиграл чемпионат Украины. Вот это для меня было такое событие неожиданное, что сумел собраться силами и не потерять время, и все-таки занять первое место на чемпионате Украины. У вас есть и незвычные рекорды, так? Да, есть несколько рекордов моих. Это занесены в книгу рекордов Украины, несколько рекордов. И один, который мы делали для книги рекордов Гиннесса. Вот это тот, который вы только что в сюжете видели. Поэтому вот и был еще один такой переворот на автомобиле, несколько переворотов я делал, это для украинского телевидения. А может, вы помните, в 94-м году был прыжок на мотоцикле в водоем. Это в районе Спасской. Вот, там есть такой как насосный и обрыв большой, пятиметровый. Над этим обрывом мы еще установили пятиметровый еще пантус. Вот, и когда я разгонялся, вот, то полет у меня достигал до 20 метров, высота полета была, и в длину до 80 метров. Вот такой был. Ну, конечно, там людей очень много собралось. Мы сами даже не ожидали такого количества людей, что придут посмотреть. Ну, как это получилось, мы сами даже не поняли, что мы сделали, потому что как раз организатором этого был всего действия Крамаренко Николай Владимирович, это с Червоного Герника журналист. Когда мы, а как раз перед этим мы уезжали в Китай на гастроли. Мы несколько раз были в Китае, по полгода там находились. Вот. И когда мы уезжали в Китай, я пообещал журналистам, что мы сделаем по приезду вот это, такой трюк, чтобы показать людям, как снимается кино. Я правильно разумею, что репетиции перед этим не было? Никакой, просто конечно, не могло быть. Силы. Не могло там быть даже репетиции, потому что когда я вернулся с Китая с группой, вот, и зашел в редакцию, и мне сразу, знаете, как бы, как вот это ком снежный на голову. Ну, мы же обещали, а это уже как раз была осень. Мы не ожидали. Крамаренко подкатывает яву, да, высидит. Он у нас такой провокатор, я вам скажу, что он всегда вот это, как бы, ну, двигатель такой какой-то энергетический. Да, и он всегда толкает как на подбеги всегда всех. И мы уже с этим смирились, и даже у нас есть такое выражение шуточное, что мы говорим «пострадавшие от Крамаренко-то». Вот у нас есть некоторые люди, ну, конечно, это шутки, но во всяком случае он, знаете как, он свое дело, как журналист делает, да, и нас толкает вот это то, что мы действительно профессионально выполняли, и если пообещали, значит, выполнили. И вот как раз эта осень была. Мне пришлось, знаете, я пытался отказаться, чтобы перенести этот прыжок, вот, так как осень была, холодно уже было, но все-таки он настоял, и мне пришлось, знаете, как смириться с этим, и я уже тогда говорю, через две недели мы это делаем. И вот мы за две недели подготовились, и, конечно же, даже уже людей там очень было много, даже центральная дорога была перекрытая. Транспорт не мог ходить, столько людей было. Вот. И когда уже я смотрю, что люди собрались, а у меня техники нету, потому что как раз мне должен был наш спортсмен привезти этот мотоцикл, на котором я был прыгать, а его как раз нету, этого мотоцикла. Вы знаете, такое волнение уже началось. Представляете, что такое, знаете, от славы до позора, это один шаг. Вот. И все-таки мотоцикл мне в последнюю, можно сказать, секунду привезли этот мотоцикл. Я на нем даже не пробовал ехать. И тогда уже сажусь, экипировался, разгоняюсь, и вот это выполнил, этот уже тогда прыжок. Вот, так что таких казусных ситуаций у нас очень много. Но самое важное, я считаю, что это выйти с достоинством с этой ситуации. Вот, и, конечно, мобилизоваться, чтобы показать свое мастерство. Вот, и выйти, самое важное, это не травмироваться. Вот это и есть профессионализм. Яка доля того мотоцикла? Залишився лежати? Ну, звісно ж, мотоцикл, то сразу там же дежурили ребята наші, теж спортсмени, аквалангісти, вони звільки сразу же з цього мотоцикла, ну, з води. Ну, найінтересніший такий момент був, коли на следующий день наш администратор проходил на рынке мимо людей, которые торговали там запчастями, и услышал невольно такой разговор. Говорит, ты знаешь, у этих каскадеров даже мотоциклы плавают. Он говорит, ты что, глупый такой, как мотоцикл может плавать? Говорит, да ты глупый, я сам лично видел, как мотоцикл плыл. Вот. А оказывается, что получилось, когда аквалангисты зацепили веревку до мотоцикла и с берега начали тянуть, то веревки не было видно. Только видно было, как мотоцикл поверху шел. И вот это такой же анекдот возник, что у каскадера даже все плавает. Без репетиції стрибали? А конечно, як у кіно репетиції. Це проходить? Там репетиції можливі? В кіно теж. Ми стараємося, коли опасні якісь трюки робимо, то
мы всегда предупреждаем режиссеров. Понятно, что мы снимались в многих фильмах, и советско-индийских фильмах, советско-американских, узбек фильм, туркмен фильм, ялта фильм. Вот. И когда мы работаем над серьезными номерами, то, конечно, серьезно же и готовимся. Вот почему всегда я говорю, что в нашем деле, в таком спортивном, каскадерском, не бывает мелочей, мы уже об этом очень часто говорим. Вот именно как раз каскадеры погибают на самых таких, можно сказать, невысокого уровня трюки это. Вот это погибает. Вот. Поэтому мы стараемся, что если серьезный трюк, серьезно к нему готовиться и делать один дубль, чтобы не повторять, не рисковать лишний раз. Вот, например, если я на мотоцикле либо на автомобиле переворачиваюсь, несколько раз переворот делаю, это же связано тоже со здоровьем, нагрузка большая на позвонок, да, то мы стараемся, чтобы много камер выставляли. Вот, и со всех сторон расположены были камеры, и выполнить этот дубль за один раз. И вот это есть профессионализм. Наш профессионализм сделать трюк красиво, правильно его сделать и не травмироваться. Вот. И профессионализм тех, кто снимает. Вот. И поэтому, когда люди работают профессионалы, то и тогда получается и красивый фильм, и все остальное. Главное, чтобы киношники увімкнули камеру вчасно. Бывает такое. То пленку заело, то еще закончилась пленка, и приходится иногда повторять. Это ж такое дело. Небезпека, адреналін, синонім травм. У вас травми були? Як часто? Во-первых, занимаясь таким делом, не может быть, чтобы не было травм. Но во всяком случае, мы об этом никогда стараемся не говорить, потому что травмы – это значит, где-то мы допустили какую-то ошибку. Это уже будет непрофессионально. Понятно, что пока мы достигли какого-то уровня, то, соответственно, пока ты дойдешь до такого уровня, то получаешь множество травм. И поэтому, когда уже человек мастер своего дела, то он очень редко травмируется. Очень редко. Но, конечно же, если что-то происходит, то очень серьезно травмируется. Ви відточили свою майстерність до надвисокого скілу. Ваші вміння та навички у звичайному цивільному житті стоять в нагоді? Конечно же, здесь и сегодня даже у нас при ассоциации каскадеров мы даже сделали школу водительского мастерства, где у меня сегодня мы передаем опыт не только начинающим водителям, а даже... и водителям наших маршруток, да? Отдых для них как раз бы, кстати, было бы неплохо бы пройти этот курс, потому что сегодня я вам скажу, что это очень болезненная тема. Как, допустим, я говорю, что должна присутствовать поза готовности у водителя. Сегодня полицейские, кстати, хочу через средства массовой информации обратиться к полицейским. Пусть они обратят внимание сегодня, что нарушается полностью все, что может. Сегодня водители не изучают способы руления. Сегодня они не изучают способы торможения, приемы самостраховки и даже психофизическое воздействие на водителя. Это всего нет в автошколах. Шансон також слухають, це також мінус. Шансон, по мобілці розмовляють. А представьте собі ще таку картину. Держить гроші в руці, да? Зап'ястям управляє автомобілем, а вторая рука або на телефоні, або на речі. Знаємо, літали, причому в буквальному сенсі. Я бачу, у вас тут книжка лежить. Про що ця книжка? Це називається «Отсутствие пози готовності к немедленним діям». Тому пусть поліцейські на це звернуть увагу. А ця книга, так, якраз це, що стосується книги, ми своє мастерство. И как раз я изложил сюда. Это 7 лет, даже больше 7, около 8 лет я писал эту книгу. Это как образец книги. Она, соответственно, будет в жесткой обложке. И, соответственно, качество будет лучше типографское. Поэтому вот здесь все, моя жизнь вся спортивная выложена здесь. Не о деятельности моей, а как управлять безопасным автомобилем. Что водитель должен знать, как предусмотреть ситуацию, спрогнозировать ее, понимаете, что такое поза готовности и все остальное. То, что должны сегодня автошколы, конечно, над этим поработать, потому что очень низкий уровень. Я не хочу, что я выглядеть здесь умником у вас на передаче, но я хотел бы даже, чтобы сегодня, кто смотрит эту передачу, я готов им сегодня помочь с инструкторами, то есть, чтобы изучить эти способы руления. Самое важное – это не научить человека ездить. Ездить уже все умеют ездить. Або уважают, что умеют. Да, считают это. И не могут никак отбросить эти амбиции, что они все равно чего-то же еще не знают. Поэтому в любом возрасте это управлять автомобилем, это получить полную власть над ним, подчинить его себе. Сегодня мы считаем, что если мы быстро едем, значит, это мы уже очень хорошо управляем. Это только предпосылки быть хорошим либо водителем, либо спортсменом. Так что это все ошибочно. Я считаю, что это наука, которую надо изучать и совершенствоваться в любом возрасте, при любом стаже, оно не должно быть стыдным. Я сегодня задаю часто вопрос, каждый день мы сегодня слышим, водитель не справился с управлением.
Вот как может водитель при 30-летнем стаже, с таким стажем, да, не справиться с управлением? Значит, он чего-то не умеет, чего-то не знает, либо чем-то игнорирует. Поэтому вот эти вещи надо, конечно же, пересматривать. Что и самому задать себе вопрос, а готов ли я, ко всему ли я готов? И все-таки получить, пока не поздно, получить эти навыки и, может быть, даже переучиться. А чи потрібні ці навички на наших дорогах, м'яко кажучи, не найкращих? Вот как раз вот здесь вот эти навыки, так? И они, конечно, были бы в помощь человеку. Потому что сегодня, я вам скажу, что я их, с кем я работаю, я говорю, я не учу вас ездить, я учу вас правильно мыслить на дороге, то есть спрогнозировать ситуацию, предусмотреть, предвидеть эту ситуацию. Конечно, не допустить до экстремального такого, до экстрима. Но если это уже случилось, то как тогда уже действовать, как исправить эту ситуацию? Вот, вот это все изложено в моей этой книге. Велике вам спасибі, дякую за розмову. Ефектник, вам перемог у всіх ваших ініціативах. І головне, бережіть себе. Це стосується і вас, шановні телеглядачі. Будьте уважні на дорогах і не тільки. Ракурс успішно перетнув фінішну стрічку. Попереду вихідні проведіть їх з користю для душі та тіла. У студії працював Олег Ендриксон. У понеділок моя колега Дар'я Ворона розповість про інклюзивну освіту. До зустрічі.